Друзья, привет! Сейчас я нахожусь на Concorde Tower, в который открывается очень хороший вид на Парил Джумейра. Сейчас расскажу немножко о том, что здесь происходит на сегодняшний день, сегодня 2 февраля 2015 года. Вот этот строящийся проект вы видите посередине, это Viceroy Apartments. Это Viceroy Apartments, это отельные апартаменты от компании Viceroy. Справа коричневое видите вдалеке, это Tiara Residences. Слева это Oceana, посередине это Atlantis. Вот справа идут две линии одинаковых желтых домов. Это Shoreline Apartments. Правая сторона имеет вид на море и свой пляж. Левая сторона имеет вид на парк. Для того, чтобы воспользоваться пляжем, с левой стороны нужно перейти на правую сторону. На левой стороне апартаменты обычно процентов 30-35 дешевле, чем на правой. Вот еще один посредине проект строится. Вот на Хилле называется Ажур. Так, если подальше пойдем немного. Вот этот остров, видите, такой длинненький. Это остров принадлежит шейху Мухаммеду. Это шейх Дубая, руководитель, правитель, покровитель. Вот стоит его яхта 8-этажная. Входит в пятерку самых больших яхт в мире. Вот на этом проекте это парковка для машин, которые заезжают, паркуются здесь, и в дальнейшем люди едут на метро, на монорельсовую, по монорельсовой дороге на Пальму к Атлантису. И также здесь будет, увидите, вот торчат арматуры. Здесь будут строить три башни, это будут офисные башни и отели. По Пальме вы видите крецент, да, ободок, на нем стоят отели. И на ветках пальмы идут виллы, как раз которыми я и занимаюсь, на которых я специализируюсь. Внизу мы видим отель One and Only. Вот он вытянулся. И вот между Viceroy'ем и между двумя линиями Shoreline мы видим 10 домов в одну линию выстроено, это Golden Mile. Чуть дальше за Viceroy'ем идет сейчас строительство новых проектов, и за ним уже построены Fairmont Palm Residence. Вот так вот, друзья, я воспользовался этим шикарным видом и немножко рассказал вам, как устроена Пальма.